Кем бы ты ни вырос, оставь себе того, кто искренне улыбался во сне. Того, кто безвозмездно делился светом. Стань, пожалуйста, человеком. Это, конечно, та еще работенка. Сохранить в себе и взрослого, и ребенка. Обычно это никак между собой не сочетается. Но если однажды вдруг почему-то случается, лучше уж и не придумаешь ничего. Это смысл и естество. В нашем мире вечной спешки и суетливости нету справедливости, но нет и несправедливости. Просто береги в себе чистый свет. И, казалось бы, звучит все как полный бред. Ты можешь не верить. Верить вообще опасно. Только солнце ни разу еще не гасло. Вот и ты. Отыщи эту звезду в себе. И будь тем, кто улыбается и во сне, и наяву. И стань кому-нибудь как маяк. Просто рассеивай мрак. Это и сложно, и одновременно очень просто. Все равно какого-то цвета, роста, пола, взглядов, вероисповедания. Твое дело — чистое, естественное сияние. Ничего не стоящее и стоящее всего. Лучше стань носителем вируса света. Если уж чем-то заражена планета, пусть это будет какой-нибудь солнечный гриб. Ничего не просит и не болит, передается взглядом и через объятия. Вот такая международная дипломатия. И если ты не знаешь, что дать другому на этом сложном пути, просто стой и свети, стой и свети.